Сегодня каждый из вас имеет эту замечательную возможность почувствовать себя богиней, потому что мы презентуем вам бренд Тиоса. Все выпуски рубрики «Украшения» посвящены исключительно ювелирным изделиям от итальянского бренда Тиоса. И мы делаем сразу несколько подарков вам. Ну, во-первых, с каждым ювелирным заказом вы получаете золоченую подкову в подарок. И еще раз, во-первых, у нас сегодня именно в ювелирной рубрике драгоценное предложение. Специальное предложение – драгоценное колье под названием «Мадам Камила». Это просто нечто. Три натуральных камня первого порядка в ювелирном колье. На ваш выбор, что вы предпочтете? Благородный сапфир, радостный весенний изумруд или чудесный, сочный, страстный рубин. Это все натуральные камни первого порядка. Что вообще значит камень первого порядка? Давайте ответим на этот вопрос. Почему камни становятся драгоценными? Как их определяют и разделяют? Дело в том, что драгоценными называют камни, которые редко встречаются в природе, которые обладают потрясающей прозрачностью и прочностью. Что это нам с вами дает? Редкость дает нам статус и, конечно же, желание обладать таким камнем, украшением с такими камнями. Прозрачность дает нам вот такой великолепный блеск. И значит, внимание окружающих. Ну, а прочность, твердость – это долголетие, это длительный срок службы. Украшения мы приобретаем, ну, согласитесь, на целую жизнь. А такие ювелирные изделия вы еще будете передавать по наследству. Потому что именно ювелирные изделия с камнями первого порядка и становятся фамильной ценностью, семейной реликвией. Наша прекрасная Елена демонстрирует вам версию с сапфиром. Напомню, что также имеется с натуральным рубином и с натуральным изумрудом предложение. Цена только сегодня 2999 рублей за драгоценное колье «Мадам Камила» из серебра, покрытого родием, с камнями первого порядка на выбор. Заметьте, что натуральные камни, рубин, сапфир и изумруд дополнены фианитами. У фианитов есть чудесные свойства. На фоне таких драгоценных статусных камней они выглядят как бриллианты. Сделайте свой звонок в колл-центр и закажите как можно быстрее одно из трех колье на выбор, пока они все в наличии. Длина колье 45 сантиметров, но его прелесть в том, что имеется добор 5-сантиметровый, поэтому данное колье подстроится под ваше декольте. Не вы будете подстраиваться под украшение, оно под вас, потому что оно вас украшает и подчеркивает ваши достоинства и ваши природные качества. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами вместе на крупном плане детально посчитали количество натуральных камней в каждом колье. Итак, версия с сапфиром. Считаем с вами вместе в прямом эфире. Раз, два, три, четыре, пять натуральных сапфиров. Далее версия с натуральным рубином. Это все природные камни первого порядка, истинно драгоценные. Раз, два, три, четыре, пять натуральных рубинов. И изумруды. Здесь тоже раз, два, три, четыре, пять натуральных изумрудов. Великолепный дизайн, я уже обратила ваше внимание, дополненные натуральные камни фианитами. И легкая такая форма, это колье такое облегченное для того, чтобы можно было носить его хоть каждый день. Посмотрите, как блестят, как переливаются фианиты. Давайте с вами сейчас измерим вот эту вот центральную часть. Здесь у нас порядка, внимание, 3,5 сантиметра. И еще камень. Я предлагаю измерить камень. Они здесь одинаковые, независимо от версии. Ну вот диаметр рубина, например, очень крупный, 6 миллиметров. И сейчас очень важный момент. Он действительно является принципиальным. Я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Это паспорта. У каждого колье имеется свой паспорт. Это истинно драгоценное украшение, по-другому быть не может. Вы получаете документ вместе с украшением. В каждом паспорте прописано, что это за камни. Итак, внимание, здесь у нас имеются рубины, замечательные, чудесные камни. Ну, например, паспорт на рубиновое колье. Ну, а сейчас я хочу с вами поговорить, как говорится, по душам. Я понимаю, какой перед вами стоит сложный выбор. Колье с натуральными камнями. Три камня на выбор. Сапфир, изумруд или рубин. Как же определиться, вот что выбрать?
Я уверена, что каждый из вас уже поняла, такое колье абсолютно универсально. Это не что-то тяжелое, массивное, исключительно торжественное. Такое ювелирное изделие можно и нужно носить, да, хоть каждый день, чтобы поднимать себе настроение. Помните, с чего мы начали? Каждая женщина богиня. Почувствуйте себя богиней в этом колье, даже просто отправляясь в магазин, идя на работу или встречаясь с подружками в кафе. Ну а теперь давайте определимся. Сапфир, рубин или изумруд? Какой натуральный камень выбираете сегодня именно вы? Сапфир – это камень, который помогает нам успокоиться и снять стресс, нервное напряжение. Ведь все это натуральные камни первого порядка, у них есть своя магия. Я уверена, что даже если вы раньше этого не замечали, когда вы начнете носить колье мадам Камила, вы почувствуете на себе эту природную силу. Итак, если вам нужен антидепрессант ювелирный, сапфир подойдет идеально. Далее. Рубины. Если вы чувствуете упадок сил, вы понимаете, что, допустим, за полдня вы уже успеваете израсходовать весь запас энергии, вам нужен какой-то, ну, вот такой ювелирный аккумулятор, рубины идеально для этого подойдут. Тогда это ваш выбор. Очень вам рекомендую именно рубины. Позвоните, закажите их для того, чтобы быть очень и очень энергичными в течение всего дня и для того, чтобы не уставать даже к вечеру. Если же, допустим, вы чувствуете, что нужно что-то исправить в личной жизни, либо притянуть новую любовь, либо освежить уже существующие отношения, в этом плане тоже помогут рубины. Может быть, вашей дочке, как вы считаете, необходимо, давно пора уже встретить своего принца на белом коне, подарите ей колье Камила с натуральным рубином, и вы увидите сами, и она почувствует, как жизнь меняется к лучшему. И, наконец, изумруды – это камни, которые демонстрируют вас как человека открытого, честного, искреннего, у которого ничего нет запаса, который не держит за спиной нож. Тогда для того, чтобы показать, насколько вы искренне открытый человек, выбирайте изумруды, тем более это еще и камни зеленого цвета, которые продлевают женскую молодость, сохраняют красоту и, как утверждают специалисты по фэншуй, притягивают деньги. Напомню вам, что здесь имеется 5-сантиметровый добор, который позволит вам самой регулировать длину колье, удобная застежка, карабин. Это все итальянский дизайн, итальянское качество, бренд Тиоса. Бренд Тиоса работает только с драгоценными металлами. Это серебро 925 пробы, покрытое родием. Я хочу отметить, что родий, родированное серебро, не темнеет, не тускнеет, не вызывает аллергии. Это драгоценное колье с натуральным камнем, о котором каждый мечтает, только сегодня по цене 2999 рублей.